26 сентября будет назван исполнитель, который представит Казахстан на международном песенном конкурсе Junior Eurovision. В этом году он пройдет в Польше 29 ноября. А пока 12 участников национального отбора продолжают готовиться к финальному выступлению. Лучшие композиторы страны пишут для них песни, с которыми они выступят на гала-концерте. Марк Брюшко расскажет о некоторых конкурсантах. Нести людям искусство и стать популярным артистом. Об этом мечтает 11-летний Ислам Сайполда. Он уже успел поучаствовать в разных музыкальных конкурсах и даже стать призером многих из них. Но подготовка к национальному отбору на Junior Eurovision – это реальный шанс заявить о себе на весь мир. Здесь нужно показать все, на что ты способен. И начинающий исполнитель готов это сделать. Меня тенором лирикал. Тип моего голоса – лирический тенор. Я начал петь еще в раннем возрасте, когда мама пела мне колыбельные. В основном я исполняю песни на английском языке. Я уверен в своих силах и настроен на победу. Широкий диапазон позволяет Камиле Газиз-Кызы исполнять песни в разных жанрах. Педагог по вокалу пророчит девочке большое будущее на сцене. Камила играет на нескольких музыкальных инструментах в ее списке. Фортепиано, гитара, скрипка. В будущем она хочет освоить и саксофон. А пока продолжает готовить себя к решающему выступлению. Когда я прихожу на занятия, сперва мы распеваемся на дыхание, то есть... Делаем упражнения, потом мы распеваемся для того, чтобы наш голос звучал более крепче, звонче и уверенней. Вот, потом, собственно, начинаем петь песни, мы их отрабатываем, сначала мы отрабатываем текст, потом произношение, потом мы уже отрабатываем мелодию, всякие мелизмы добавляем, ну, если хочется, конечно, а хочется всегда. Такие разные вокалисты, но движет ими одно – огромная любовь к музыке. Казахстан примет участие в Junior Eurovision в третий раз. 26 сентября в прямом эфире телеканала «Хабар» будет назван представитель нашей страны. Победителя определят оценки жюри и результаты СМС-голосования. Не пропустите. Марк Брюшко, Асхат Каракайшиев, «Хабар-24».